По прогнозам, на выходных в московском регионе снова пойдет снег. 23 февраля выпадет до третьемесячной нормы. Сугробы в Подмосковье могут вырасти до 70-80 сантиметров. Кроме того, на выходных нас ждет барическая пила в виде резких скачков атмосферного давления. Это скажется на метеозависимых людях. Врачи рекомендуют следить за самочувствием. Метеозависимость – это прежде всего восприимчивость людей к перепадам атмосферного давления, влажности, температуры. И больше всего подвержены этому люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Поэтому в такие непростые погодные условия по возможности нужно оставаться дома, не выходить на улицу, не садиться за руль, так как это может привести к повышенному травматизму. Для нынешней зимы характерно очень большое обилие осадков, в том числе и гололедица, поэтому травматизм, он, конечно, вырос. Поэтому для людей, это касается больше пожилого возраста, необходимо воздержаться от нахождения на улице, так как риск переломов значительно выше и прогнозы хуже.